Что все в сборе? Так, а чем мы ждем? Смог, что не смог, я куда разбудил его. Так, а, кстати, кто спасти? Ну, я сразу предупреждаю, что это плохо может кончиться. Никто не хочет, да? Ну, смотри, если у тебя будет какая-то проблема, то на меня перекинется. Ну, да. Загрузил. Ну что? Заходи. Загрузил, заходи.
Ты ничего не сказал, когда пришел? Нет, ничего. Сказал, что тут не написал, что он здесь, потом. И все, лучше молчит, потому что не отвечает. А, кстати, сейчас он, видимо, не зашел. Написано, что кто-то тапнулся. ХЗ. Написано, игрок вступает в игру. Пожалуйста, подожди. Thank you.
надеюсь, ни у кого не будет возражений, если мы там откатим во время хода, чтобы там хоть вспомнить, что там было. Ну да, надо, конечно. Так, это что, типа, прокрутка произошла или нет? Нет. Мне не ходит. Мне тоже не ходит. Я ходит. Так, мне шестой слот и не пятый получается. Не, я изначально. Давай я проузен теперь заведу. А. Что, прокрутка была форма? Да. Хожу? Ну да, мы же вроде все очень поставили. Да, спасибо. Опа. У меня что-то иконки не появляется. У нас нулевая секунда. Найдет тайм. А вот сейчас пошел, может сходить. Давай, попробуй. Главное не заверши ход. Так, ну я откачу. Да. Thank you.
А, кинет его кто-нибудь в войну или в одно счастье? Чем эти вторыми бобрами убивают? Да. Ну ты же автократ. Сын не подошел? С первой промкой. По-моему, тут очевидно, что ты пойдешь на меня. Ну, блять, в лайте, может быть, да. Ну, так ты будешь копить армию, то есть твоя цель в основном будет захватить меня. Да, ты с ним трейдишь? С кем? С Евангелом? Да ладно, у него уже почти есть. Кого понимающе делаем? Короче, я за себя понимаю. Свин, если ты боишься меня, то напрасно. Мы вроде с самого начала с тобой декларацию заключили.
Sorry.
нам пару сейчас просто подходящее время, поэтому я напомню, что подходы на технологии дороже, чем 5-4 и дороже радара, да. Я вот по возможности Турфан по телевизору. Свин, ты будешь включаться в борьбу против автократов? Не справляюсь. Ну, как ты думаешь? Уже поддерживаю смету. Слина, а чем караваны подскажешь? На один с ним останешься. Это улетать не будет. Уже хотя бы не обходила. Что, мне улетать нельзя? Будешь волей улетать. Джей не сможет улетать. Я что-нибудь придумаю. Бью свина, вот еще, да, вот это называется слон. Нет. Мы с ним друзья. Друзья. Жук.
Сын, еще одну научку не хочешь? Что? Научку еще одну не хочешь? Тебе, ну, можно, конечно. Тебе что, не так? Это науку по 2500. Да не, глупости. Арт, у меня минус будет жесткий. Thank you.
Че там MVI тебе тоже пизды дают? Ну, один город собрал он. Дальше пока стоим. Я тут, подожди, тут циркашки апнутые. Сука, ты видишь? Смотри, ребята, мы можем замириться на условиях, что мы с тобой вообще не воюем, пока я дожил. И ты мне отдаешь Флоренцию? Нет, Флоренцию у меня стоит. Значит, мы воюем дальше. И я тебе предлагаю, Ева, подумать перед тем, как ты будешь на меня нападать. Потому что мы тут с Артом надолго, а сейчас, если мы... Ну, я тебя думаю, услышал. Я услышал предательство от Арта, боюсь тебя. Я не буду тебе мешать. У меня, типа, город забрал один. Дальше мы пока стоим. Ну, а если я Флоренцию тебе отдаю? Флоренцию, если отдашь, я замерюсь с тобой. На каких условиях, да? На каких? Еще раз уточни, почему. Что мы с тобой не воюем вообще, пока я вожу. Хорошо. Все договоримся. Ну, иначе это легкое для Евы просто. Ты слышишь, уже ничего не берешь просто. Ну, в чем легкое для меня? Был план. Можно кикать человека. Твой план это зеркало. Нет. Ну,
просто иначе действительно я его слишком быстро убился. Там еще 4 ученых на прошлом году. Никаких 4 ученых. Я уже купил. Так, сейчас я сделаю. Если у тебя 130 вера код, у тебя точно на 4 будет вера. Ну да, с условием того, что я покупал в этом все, блядь, фабриках пагоды. Можно кикать, если что, Фрозена. Так, что там, просто Флоренцию передаете? Да. У тебя уголь еще остался какой-нибудь? Арт, а если я сейчас направлю на него самолет, ты будешь с ним мириться? Не, иначе это слишком легко. Да. Ну, смотри сам. Это просто. Я бы с удовольствием тут убил вместе с тобой, но, блин, ты просто... Но у меня до сих пор нет алюминия. Держи в курсе, алюминия у меня нет. Ну, что-то там у себя... Да-да, я тебе сейчас... А ты мне кинул? Ну все, мы с тобой, тебя ты не обманешь, точно? То есть не ядра, не ядра, ничего. Пока Евангел в игре, пока не видно, да. Никто не нападает. Манбаешь, блядь, обычно. А я тебе кинул, или ты кинул, что там? 5 секунд. Я кидал, посмотрите. Мне пишется убрать все. Свободы. Сына, а что, свободу не будем показывать? Yeah.
Че, не будем свободу толкать вообще? Я не буду. Держу в курсе, МБА на одну тех отстает. У меня нету веры ни на одного ученого. Вот в чем разница между нами. Понятно. И если учесть, что Оксфорд сжигаю, я сейчас на двигатель вот этой танки первой. Поэтому я понимаю, что почему это. У меня уже жжет. Сожжен Оксфорд. Ты сейчас уже будешь в стелсах скоро. Да? Хорошо. Алюминия подкинешь? Что мешает тебе заводы построить? Действительно. 10 стелсов нормально пробивают города.
Дельвия, ты можешь идти в стелсы. А если дашь мне урана, я могу выйти в ядра и посмотреть там ему на детальки. Не, урана я не дам. Пока что. Да, если он... Не, ну пока не надо. Смотри. Урана тебе, может быть, дам, только если с условием, что ты на него арест не будешь строить. Да, естественно, естественно. Да я понимаю, просто, что он улетает как-то 20 раньше меня. Это может быть ядерный как. Улетает, я же в курсе. Он еще свинов взрывает. А у свина есть уран вообще? Думаю, он найдет. Ну, ни в одной ГГшке нету, так что свина тоже уран. Ему нечем взрывать. Конечно, на 11% подстает.
бабок на, если что, стелсов кто-то даст. Если там чуть-чуть улетать будет, там 88% и еще рацк не закрыт, исключенный. Пополам со свином, да? Что-то свин даст, то пятым. Там немного что есть. Ну, где-то косарь, в общем, в целом. Ну, только что стало совпадение. Я сейчас удвоение хочу бабок нам, да, что-то еще? Все, лучше. Но если я выйду, если я успею. Это надо не проще. Да вот, у этого челика справа автократ.
Так, свин, я предлагаю войну кинуть. Я убиваю автократов. Тебе-то что? Ты у нас убьешь так же. Ну, можем на улет поиграть, если хотите. Я вышел в стелс. Интересует? Ты все равно раньше меня улетел. Я полностью прожегся. Даже вот со стелсами. У меня полная группа в плане улет. Свин, тоже кинь бар. Когда он сейчас Гай уронит, и... ну потом либо улетит, без разницы, кстати, она себе была. Уберет потом нас. Ты сейчас падаешь? Нет. Не должен. Но минус счастье. Минус 5. Мне нужны бабки. На ап. Свин, ты встали? Держу в курсе, сколько у него там алюма. Так я не в стелса апаться буду, пока мото приходит. Я в стелса. Ты это забей. В стелса я буду очень много. Чё? Свин, прием. Чё? Да не было там по 300 долгов. Я. Чё? Так музыку потише, да? По 300 долгов до земли, да? 300 долгов, я не успею, я не успею. Чё? Короче, играем. Так, я дам пистолет. Ну, это похоже через несколько ходов. Ну, скажешь, что...
Свин, ты за меня голосовал? Свин, ты тут? Что? Ты за меня голосовал? Нет, Астрия, да. Что вносить предложи? Тебе там виднее, пока я воюю. Что вносить в Конгресс предложи? Тебе виднее, пока я тут воюю.
3 хп. Я падаю, да. Ну что, голда уже не нужна, да? Видимо, нет. Свет, ну... Что-то может по науке. Да, у меня все. Ой-ой-ой. Уже скоро улет, я понимаю тебя. На 81% также будет. Можешь чекнуть против. Я посмотрел уже. Могу больше дать. Пока не могу. А, ну да.
Еще там что-то есть. Да, как надо было. Окей. Может, я заберу себе обратно эти города, а ты пойдешь летчиками заниматься, а не мне? Нет. Я тебе предлагал один раз. Что ты предлагал? Что я не буду вмешиваться в твою войну с Артом. Но ты решил по-другому. А зачем мне с ним воевать? Его? Ну, пока ладно. Ты сейчас убил бы свинья. Нет, я тебя еще буду убивать до конца. Давай. Можешь кикать его. Арт? Да? Можешь кикать его. Вообще на опыт играть? Да. Ну ладно. Свин, подпишешь мир? Свин? Чё там?
Я мир предлагаю. Я мир вообще. Я такая Швейцария. Так что, будешь мир свет или нет? Знаю, сейчас меня ругаются там. Я просто мир. Ты в стелсы тоже вышел? Да, я тоже в стелсы. Но, бля, понимаю. Mm-hmm.
Ну, Свин, вот сейчас точно время для свободы. Ну, может, хоть как-то... Что время? Для свободы. Может, ты хоть какие-то ему проблемы добавил, я сказал. Ну, иначе он не в сетехе, по-моему, может. То есть 94, это все, что нужно. Да, все, давай, господи. А Ясвин был у тебя лучше, он не... Thank you.
Кстати, Арт, мы кидаемся ядерками? Вроде как. Ну, вроде бы как. Нет. Ну, по крайней мере, если хочешь, можем кидаться. Ну, вроде как договорились. Ну, вроде да, договорились, что нет. Я вот смотрю, ты там строишь. Да, ничего больше. Какой же ты арт подлый. Если он сейчас в каждом городе построит детали, то сейчас их будет.
Лучше мы не дали лучше. У нас с ним мест, и, ну, во-первых, физически. Сам улетит. Ну, конечно, улетит. А поэтому говорю, я тебе готов должен давать на ядра. Я тебе там Петя рассказал, ты первый раз услышал. Свин, вот нужна тебе эта война? Иначе ты побеждаешь. Ты в любом случае побеждаешь вообще. Ну я не ожидал, что ты так фроузена уронишь. Вообще не ожидал. Ну он после двух городов упал. Вышел, точнее, я не знаю, у него сверху три города хороших оставались. Вообще не. Свин, только честно, да? Не на эти? Что-то долго. Я улечу, даже я с инфликтом. Ну, это да. Тут я понимаю. Что, Арт тоже все техи открыл? Кто техи открыл? Тоже техи для улета открыл. О. Ты. Я? Ты что, не умеешь чеки открыть? Казалось. Да не, всю игру сидишь 3 года, еще со штрафом на 4 года. Это тяжко. Как-то подвыжил все для войны с NBA, все это по науке колоссальное отставание. Ну хоть зря вообще на NBA. Ну и что-то мне подсказывает, что это бы ни на что не повлияло. Ну, вообще-то я предполагал, что Сиам будет гораздо дольше обороняться. Я тоже, я думал, вы там нормально порубитесь. Я думал, надо под 100 подбегать, чтобы не ударить. Я вообще не ожидал такого.
Сын, может, скажи, куда шпионов послать? А, ладно. Ладно, я тоже тогда что-то сразу не посадил. Ну, и уже поздно, наверное, пока не надоело. Как я ее спалил, бля. Как ты ее спалил? Она была видна. Нечестно, бля. Ну. Слушай, да. Че, он не подлог какой-то? Да, почему без подлог? Он как, юнита типа рядом посадил. Не знаю, я просто увидел ее на воде. То есть там прямо где-то у тебя на воде. Да. А как он убился? У него там что, убежан? Как? Что я что-то не знаю. Что, с ядрами подорвалась бомба, да? Да. Но она прям засвеченная такая была, запавна. Надеюсь, одно хотя бы я пройду. Расскажи. Ну, свин, за 15 секунд, ну ёбаный бой. 19. Ну. Лансером было? Лансером не будет, если сладко. Ладно. А, да, чтобы без поправки. Блин, да, давай не будем спорить. Да, ладно, ты не
Что, ни одну деталь тебе не убил пока, да? Сейчас убьет. Так, за это переживаешь? Да, я вижу, что вера есть. Вот на всякий случай.
прочитаем, что это будет. Еще раз откатывать. Да, откатили. Так, откатываем. А вот сейчас скажу, как берет. Да, я же. Откатил. И? Сейчас откатываем. Давайте подсчет придет. Да? Подсчет. А, давай ты посчитаешь. Я хорошо. Раз, два, три.
Tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you.